Здравствуйте. Колизей Петрович вызывали? Присаживайтесь. Что-то случилось, нет? Да нет, чай, кофе. Водички холодненькой, если можно. Закончилось. Я пригласил вас по серьезному делу. Вот вчера, 1 января, у нас в театре было большое представление для детей. Так. Присутствовало много детей с родителями. Я лично сидел в директорской ложе. И в связи с этим действием у меня, как режиссеру, скопилось к вам немало вопросов. Я сразу скажу, согласен, в пьесе были кое-какие недоработки. Ну, значит, что значит какие-то? Было много недоработок. Вот начнем с самого начала. Вот Дед Мороз, он должен выйти на сцену, правильно? Да. Он должен выйти. Почему он выпал? Это что, новое прочтение у нас? Прочтение, так сказать, старое, но 4 точки опоры всегда надежнее, чем 2. Мало того, что у него шуба была заправлена в треники, у него борода была прилеплена к колбу. Вы слышали, что он пел? Вместо песни «Расскажи, Снегурочка, где была», он пел «Рюмка водки на столе». Это не детская песня никак, на мой взгляд. Правильно, зато ему подпевал весь зал. Вы же сказали, пьеса должна иметь какой-то отклик. Не откликнулся только лежачий. Ну а Золушка, что вы можете сказать? Она вышла на сцену на ощупь, орала: «Поднимите мне веки». Это к чему? А Золушку, я так сказать, я ей сразу, я ее предупреждал, я ей так и сказал: «Галя, не надо смешивать». Она должна была ставить туфельку и убежать, правильно? Правильно. Она ходила по сцене, орала матерные частушки, в чем мама родила, между нами говорит. Ну, это вы зря так сказали. Так сказать, туфельки на ней были, клипсы на ней были на ней часы. Женщины, понимаете, импровизировала. У нас же есть оркестровая яма. Вот она упала на барабанщика Валеру. Откуда барабанщик? У нас не предусмотрен оркестр? Это оркестр был с предыдущего спектакля, с 31 декабря. Еще задержались несколько музыкантов. Она упала и на Валеру, и переломала ему... барабанную установку? Нет, все руки и ноги. Да ладно? И зубы. Все? Все 5. А как вы хотели? 187 килограмм. У вас Золушка 187 килограмм. Прилично, ну, хорошо получается. Танечка же в декрете, уж вам-то не знать. Ладно, все, вы об этом все. Же... Танечка, все, об этом хватит. По поводу мертвой царевны хотел сказать. Королевич Елисей должен был разбудить ее поцелуем. Правильно, вот так все. Он поцеловал ее примерно раз 200. Он давал ей на шатырь нюхать, бил по лицу, орал на ухо, непонятно что. Это кто виноват? Между нами, так сказать, не буду скрывать, коньяк. Да, и только. И только, и Колька, и Сергей Петрович Власов, и Валера. Вместе все встречали, отмечали. Иванушку кто играл его? Иванушку играл Арнольд Петрович Шуйской. Его 17 раз подавали на заслуженного. Знаете, по сценарию он должен был удариться озимь 3 раза и превратиться в сокола. Он ударился 1 раз и пролежал до конца спектакля. Много наших, конечно, вчера полегло. Я могу сказать, есть какие-то положительные нюансы. Борис Никифорович, допустим, довольно органично сыграл поросенка. Мне понравилось. Он жился в роль. Да, я не ожидал. Он как-то отнесся по-другому. Вот никак извините, нет. Колизей... И здорово сыграл. Колизей Петрович, а поросенка-то в пьесе и не было. Не было поросенка в пьесе. Кого же он играл тогда? Никого, ему просто было плохо. Хорошо, теперь кот в сапогах. Это отдельный разговор по поводу кота. За этого артиста, за панибрата Валяхина я не несу ответственности. Потому что его ж, вы знаете, он из самодеятельности, его ж нам прислали. Ему пошили прекрасный костюм, великолепные лапы, усы, уши, прекрасный роскошный хвост. Метровый. Вы мне расскажите, почему он надел костюм задом наперед? Самодеятельность, понимаете. Зато женщины были в восторге. Да, особенно после того, как он стал вилять хвостом. Было прекрасно. 8 женщин упало в обморок, вы чуть не сорвали спектакль. Так зато какой успех. Весь город жужжит, пожуживает на эту тему. Расскажите мне, почему доктор Айболит вынес ящик пива, начал угощать артиста? Это что такое? Это бардак во время спектакля. Лечил, его задача лечить. Зрителям зачем давал? Зрители тоже просили лекарства, все в равных условиях. Я понимаю, что у нас Новый год, но зачем Отелло стал душить Колобка? К чему это? Что такое? Что такое? Ну, во-первых, рядом никого поблизости вообще не было, а душить кого-то было надо. А Колобка души не души, шеи нет, там, понимаешь, что не делай, по-любому массаж лица получается. Ну и, в-третьих, артисты не поделили царевну Несмеяну между нами. Кстати, по поводу Несмеяна. Она же Несмеяна. Чего она ржала, как сумасшедшая, весь спектакль? Ну, ее мальчик с пальчик щекотал. Так сказать. Теперь самый важный вопрос по поводу лошади Ильи Муромца. Кто играл переднюю и заднюю часть лошади? Да, переднюю часть играл Забульбахин-Мылов Игорь Сергеевич, а вторую Валера-Стажер. Хорошо, вот по поводу передней и задней части лошади. Почему они вышли из разных кулис? Вы это тоже заметили. Представьте себе. Ну, дело в том, что это моя режиссерская трактовка классической ситуации. Две половинки не могут в жизни найти друг друга. Они так и не нашли, между прочим, друг друга. Из задней части лошади раздавался разговор по мобильному телефону. Передняя часть шаталась по сцене, орала что-то, пыталась пить на брудершафт с людьми. Из задней части лошади крики: говорите лучше, здесь плохо ловит. Это что за бардак такой? Просто такая порода лошади. Лошарик-трансформер. Веселая сказочка у вас получается, Карп Карпович. Ну, Колизей Петрович, ну, я-то чё? Я за эти вакханалии ответственности не несу, хотя и сам лично в них участвую. Ладно, есть и положительные моменты. Должен вам сообщить, после вчерашнего спектакля билеты на все последующие утренники нашей сказки распроданы на год вперед. А я говорил, что мои пьесы имеют успех, понимаете? Поэтому мобилизуйте артистов, соберитесь. Сегодняшний спектакль сыграть в точности, как вчера. Пожалуйста, я лично прошу. Соберите артистов, поговорите с ними и сделайте как один в один, как вчера. Да легко, артисты с утра. Идите готовы. С утра готовы. Все готовы. Кстати, скажите Айболиту, когда вынесет пиво, пусть бутылочку мне принесет. Хорошо. А лучше 2. А лучше 4, я буду с вами. Отлично, договорились.